Друзья, всем доброе шахрисабское утро. Тема тандыра продолжается, то есть блюд, которые можно приготовить в нем. И захотелось попробовать курку, она же индейка. Вчера вечером с Федей пошли у соседей, купили две штуки. Ну, вроде были такие пышные, красивые. Что-то сейчас их ощипали, они на куриц больше похожи. Ну, как уверял нас сосед, берите молоденьких. Будут сочные, мягкие и не дешевые эти индейки, потому что все на натуральных продуктах, на натуральных кормах выращено, поэтому без ГМО, без всяких добавок, без всяких гормонов роста. Сейчас забираю Федю. Вчера договорились с тандырщиком, ну, тот, кто профессионально готовит куриц, и к нему. Вместе с его курицами загрузим своих индейок и попробуем. Опровергнем теорию того, что... Надеюсь, что опровергнем теорию того, что индейка жесткая в тандыре. Не такая, как курица. Чтобы вы понимали, друзья, сейчас на улице зима. Зима зимняя. Но очень тепло. Даже мухи летают. Вот такие вот две штуки получились. Одна с длинной шеей. Кафешка, которая находится на объездной дороге в Шахрисабзе, мне она очень нравится, здесь как-то комфортно. Не знаю, вот прям уютно здесь и все, поэтому сюда тянет. Здесь летом вообще прикольно сидеть в тени вот этих всех деревьев. Ну и, конечно же, утро, друзья, начинается с зеленого чая 95-й с лимончиком и с сахарочком. Ну давай, Федь, после первого глотка первые эмоции. Вкусно. Да, утро. Да, люблю с утра шурпу, друзья. Пока повар там готовит своих куриц. Ну, ему только привезли, мы сейчас шурпы отведаем. С утра горяченько и очень хорошо. Я себя поймал на мысли, почему здесь комфортно сидеть, потому что ты себя чувствуешь котом, как кот. То есть сидишь и наблюдаешь за жизнью. Едут машины, ходят люди, а ты сидишь. Вот, наверное, это и есть комфорт для меня. Наблюдать за чужой жизнью. Начинается, друзья, мариновка. Чеснок через мясорубку. Здесь арча, зира и кориандр. Все. Все, что нужно для мариновки. И, естественно, повар. Видите, я этот момент пропустил. Друзья, оказывается, наша индейка тоже лежала в этом рассоле.
Пока курица готовится, ой, курица, постоянно акцент на курицу, индейка. Мы сейчас идем посмотреть верблюда. У хозяев есть верблюды, в общем. Хочу посмотреть, потому что вы часто просите: Денис, приготовь верблюда. Ну, надо оценить все свои возможности, силы, как это тело готовить. Пока мы идем к живому верблюду. Этот верблюд, хозяин, папа данного заведения, он же хозяин, он будет готовить весной сыну на свадьбу. Они будут резать это верблюда. У него в марте свадьба, поэтому все мясо уйдет на туй. Узбекский туй. Один из пацанов, их два брата, не похож на отца. На маму похож. То есть прям сильно отличаются, вот если их рядом поставить. О, я вижу этого малыша. 200-килограммового. Малыш, привет. Я смотрю, чипированный. Блин, крупный он. Он не плюнет в меня? Это, плюет он? Фу, вот так делает он? А? Да? Das ist fantastisch. Он обгрыз все дерево. С его роста можно... не надо в меня плеваться. Что-то он готовится, по-моему. Что-то посыпалось у него. Вообще не представляю, как его готовить будем. Ну, не его, конечно. Смотрите, как он пьет, друзья. На колени. Откуда здесь вода, интересно? Ему таскают или это? Пить хотел сильно. Все, по-моему, всю эту лужу выпьет. А ты тоже боишься, да? Чтобы вы понимали, друзья, это просто малыш. Ну, по нему видно, что он еще кудрявенький. Весь плюшевый. Что-то, блин, так смотрит. Неправильно. Иман я тебя. Ну, ресницы у него огромные, конечно. Оно.
курочка, хотел сказать, на месте, индеечка. Сейчас последнее приготовление, хлеб, кетчуп, кукчой, он же зеленый чай. Попробуем, в общем, что у нас получилось. И будем объективными, только правда. Желтенькая, жирненькая. Вот эти вот жилы, конечно, там есть. Вот эти вот штуки. Ну, ничего. Хотя они очень хорошо и выходят. Оп. Слышно, ляжки огонь. Такой необычный вкус. Знаете, похоже на что? На домашнюю курицу. И вот в этой ляжке много клейковины. Ну, грудка. Что по грудке? Что по грудке? Грудка суховатая. В принципе, этого следовало ждать. А вот ноги вообще прям бомбические. Как шашлычок. Знаете, как дичь. Ну, вкусно. Не прям все так плохо, как мне говорили. Что курку лучше не использовать. То есть нормально. Ну, для меня чуть-чуть соли не хватает. Ну, я так и подумал, что ее будет маловато. Федя, а ты из ноги вытаскиваешь жилки? Да-да, вот они вот так вытаскиваешь. Их просто ты не сможешь есть. Они костяные. Вот единственная заморочка, это вот вытаскивать вот эти штуки, жилы. Ну, это индейка, своеобразный вкус. Можно готовить в тандыре, можно. Конечно, если брать... Хорошо, что мы не взяли крупную индейку, какую-нибудь на 10 килограмм. Вот там, мне кажется, была бы дубовой все-таки. Это будет повкуснее. Как тебя? Вкусно, просто соль чуть-чуть мало. Мало. Ну, мне кажется, такие... Если такой маринад использовать для курицы... Часа 2-3 надо, как минимум. Там слишком быстро мариновалась. Она, в принципе, поверхность только пропиталась. И плюс никаких проколов не делали, чтобы прошло все это внутрь. Ну, дичь напоминает, реально дичь. В общем, ну, я думаю, стоит повторить, если такая возможность есть. Если у вас есть тандыр, если у вас есть индейка, которая бегает, и вы ее хотите съесть, пробуйте. Скоро Новый год, и все хотят. Все хотят индейку. Ну, разное мясо, да. Кто-то индейка будет, кто-то курица. Кто-то баранина. Кто-то кролик, кто-то баранин. Ну, в ноге очень много вот этой клейковины какой-то. Наверное, от вот этих вот жилок. В общем, чувствуешь себя каким-то лесным человеком. Поймал дичь, пожарил и съел. Федь, подержи. Федь, подержи, пожалуйста. Вот он помягче. Кушай, кушай. Он не любит мясо. Нет? Ну, а тогда ты кушай. Я не буду кушать. Наелся? В общем, все было вкусно, друзья. Всем пока.